Один из жителей города Дандушень, приславший нам этот видеоматериал, решил поделиться со всеми великой радостью. Оказывается, жители Дандушенского района, по его мнению, уже являются жителями долгожданного Евросоюза. Почему я делаю такой вывод, пишет наш корреспондент? Потому что на здании Дандушенского районного совета, с правой стороны от парадного входа, стал развиваться флаг Евросоюза. Правда, об этом событии все молчат, да и мало кто знает, что этот стяг обозначает. Почему-то об этом знаменательном событии стыдливо умалчивает районная газета «Посолнову», местные сайты в интернете и, естественно, чиновники от районной власти. Пара его знакомых депутатов районного совета ничего вразумительного на его вопрос не ответили. Они сами не знают, как и почему на здании появился этот флаг. Сказали, что, по крайней мере, на сессии районного совета эта тема не поднималась и не обсуждалась. Получается, что флаг повесили просто так, ради моды. Это как мальчик, которого все никак не принимают в пионеры, а он все равно купил красный галстук и носит его, хотя и не по праву. Возникает вопрос, Молдова с 8 апреля 1994 года является полноправным членом СНГ, но почему-то ни на одном административном здании не вывешен флаг СНГ. Да, наверное, никто и не знает, как он выглядит. А вот флаг Евросоюза, фантомной цели наших избранников, народных депутатов, почему-то в Молдове трепещется на ветру. Странно, что он трепещется на здании Дандушенского районного совета, центра Красного района, по результатам последних и предыдущих парламентских выборов. Странно, что флаг Евросоюза вывешен на учреждение, которое возглавляет коммунист. А может быть, уже и не коммунист? В наше время менять политический окрас стало делом выгодным, доходным. От этого зависит и должность, и оклад, пишет наш народный автор. А может быть, все не так? И мы действительно уже в Евросоюзе? Кто ответит на этот вопрос? А действительно, кто?